Добро пожаловать на самый простой и быстрый разбор песни гражданской обороны «Все идет по плану». Все идет по плану. Для того, чтобы сыграть эту песню, нам понадобятся аккорды, бой, две руки и четыре уха. Также можно по желанию гитару взять, но это не важно. Нам понадобится сначала аккорд АМ. Вот он. Ставится довольно просто. Дальше нам понадобится вот этот самый жоподерущий аккорд. Это аккорд F. Аккорд F ставится на баре вот таким образом. Я не дам никаких альтернатив аккорду F. Вам нужно сразу научиться его ставить. Вот он аккорд F. Дальше идет аккорд C. Здесь все просто. Вот он. Вот АМ, вот С. Вот он С. И потом идет аккорд Е. Аккорд Е это как аккорд АМ, только повыше. Поняли? Вот, оп, вот Е, вот АМ. Е, АМ. Аккорды у нас есть. Аккорд АМ, F, C и Е. Остался нам бой. Бой у нас самый простой. Это низ, 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 сверху. В общем, это так играется по одному разу на аккорд вниз, 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 вверх, переставляйте. Аккорды и бой теперь идут по кругу. Вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх. Аккорды и бой такие же простые, как для шестиклассницы выпить стакан водки залпом. По идее всего, теперь вы можете играть песню «Гражданской обороны», все идет по плану на каждой пьянке и говорить, что вы самый трушный фанат Егора Летова. Всего доброго.